Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами Неф. Сегодня мы продолжаем прохождение Parasite Eve, первой части. Сейчас вы увидите, я сделал эмулятор наконец-то. Я скачал новый, перенастроил. Теперь вы можете посмотреть видео, как это будет вообще. Короче, красота. Да, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставлять ваши комментарии под данным видео. Думаю, в этот раз я вас не огорчу. Проверенный эмулятор все сохраняет. Ну, вот сейчас давайте видео посмотрим немножко. Уже чувствуете разницу в графике-то. Кстати, ссылочку на данный эмулятор я оставлю под данным видео. Он уже настроен на любые игры PlayStation 1. Вы можете себя потешить. Я его весь настроил. Да, и в нем кнопки расположены будут W, S, D, и это как обычно ходить, и восьмерка, там пятерка, шестерка, четверка, это как треугольный квадратик, ну, тоже вы понимаете это. Что немаловажно для тех, кто играет на ПК, как я, без геймпада. Ну давайте начнем. Кнопка Shift, старт. Левый Shift. Бум-бум-бум. А, далее, да. Как видите, он сохраняет. Он и автосохранение делает на F1 и на F3 подгружает. Короче, все идеально. Так, о, попугай уснул. Уселся. А, мы помним, он тут летал и кричал, что ему жарко. Ой, не то нажал. Так, больше ничего тут не откроется. Ладно, давайте попугая подойдем. Давайте, плохо? Кеша? Кеша не хочет с нами даже общаться. Такое ощущение, как будто нас послал далеко. Забил на нас. Кешка? Кеша, скажи нам что-нибудь. Кеша. Кеша плохой. Попка дурак. Не-не-не, сохраняться не хочу. Don't. Короче, не хочет Кеша с нами общаться. Так, ладно, пойдемте, куда нам? Я не помню, куда. Я очень слабовато эту игру помню. Ибо очень давным-давным-давным-давным-давным-давно я в нее играл. Заперто? Блин, да как так-то? О! А, вот, возьми все, что есть с собой. Ая, кстати, Ая, А у меня из-за чего? Я нечаянно букву А нажал. Ну, ничего страшного. Не боитесь меня. Я из ФБР. Но именно вы меня напугали. Я только приготовился. Это служебное помещение. Случилось несчастье. Вам нужно эвакуироваться. Что? Вы, наверное, смеетесь. Ах, я не умру сегодня, слышишь, ты? Бывает. Не умер.
Открываем шкафчик. Шкафчик открывается, но ни хрена ничего нет. Самое смешное. Даже в зеркале происходит действие, что он открывает шкафчик, но он не отражается, что он открылся. О, патроны. Да, самое интересное, патроны подходят и к стволу, и к М-ке, и ко всему, короче, одинаковые. Меня это вообще поражает. Та-дам. Че, куда я попал? А здесь мы были. Так, бляха-мух. Походило, надо шута этого найти. О, блять, махач с кем-то. О, две. Ничего, не паузу. Привык на шифт бегать. Да как так-то зажали, блин? Сука. Что-то у меня точность хорошая. Берем, конечно, все. Так, вот, видать, этот шут. Арлекины наш. Это клоун из репетиционной. Может, что-нибудь у меня возьмешь? Хватит записку мацать. Напривела по письке его. Бля. Да ладно. Где ключ-то? Реально, я игру конкретно, значит, забыл уже. Где ты должна нам что-то прочитать? Там должна быть карточка или ключ. Здесь ты должна прочитать. Бляха-муха. А я. Найди уже что где читать. Мне это категорически не нравится тут туда-сюда бегать. Я вот не помню, реально, ребят. Хоть убейте. Я настолько давно в это не играл. Сейчас думаю, Андрей сидит и ржет. Который опять. Ибо он эту игру знает вдоль и поперек. Я тоже раньше знал ее вдоль и поперек. Бля, ну конечно. Все, бежал. Ключик-то вот где был. Кеша, ты что со мной не общаешься? Плохой попугай. О. Жарко, жарко, помогите. Он со мной поговорил. Вик. Хоть двери начались открывать. Открываться. Это же русский еще тот. О, вот про что я говорил, где-то читать. Что понял, что где-то читать. Дневник.
Третий пункт. Уже известна дата рождественского представления. Я так мечтала об этом. Примадонна дает соло-концерт в парке. Я сделала все возможное, чтобы попасть туда. Я должна получить главную партию. Я даже продам свою душу дьяволу. Ну, как понимаю, наши русские не все запихнут, наши пираты. 17-е. Пон. Все понедельники одни. Все роли уже розданы. И мы с Сьюзан выступаем вместе. А у нас 17-е, это воскресенье будет. Я хотела петь одна, но все знают, она поет великолепно. 21-е, пятница. Кажется, я перестаралась. Мое тело становится все горячее. По какой-то причине мне, наверное, нужны еще лекарства. Лекарства с субы. Сегодня я упала. Декабрь. Окей. Я потеряла сознание. Субботный. Я потеряла сознание, когда температура тела повысилась. Мне все равно, если я умру, я только хочу пережить это шоу. Декабрь 10-е. Среда. Я опять падала. Мне советуют пойти к доктору и отдохнуть. Мне кажется, ты, короче, очень сильно много бухаешь. Коли все время падаешь. Или тут есть у меня одна знакомая, которая тоже под участью страдает. Называется асфальтовая болезнь. Если это будет продолжаться, Сьюзан определенно получит мою роль. Я должна поправиться. Следует принять еще лекарств сегодня. Еще. Декабрь 11, четверг. Сьюзан погибла при пожаре в своей квартире. Неужели что это из-за того, что я так хотела эту роль? Боже, прости меня. Ну нихера себе. Декабрь 17. Среда. Похоже, я буду солисткой. Нужно еще принять лекарств и работать. Короче, она там ширяется и ширяется колесами. Вот она почему и падает. Декабрь 23. Примеры, все, прошло гладко. Завтра Рождество, зрителей будет больше, чем когда-либо. И я даю соло-концерт в парке завтра. Но чувствую я себя плохо, нужно взять себя в руки, иначе я не выдержу. Нужно принять таблетки. Зачем? Зачем она принимала столько? У нее наверняка были проблемы с наркотиками. Я же говорил, наркоманка. Еще один ключ. Ключ репетиционный. Ну что, заметно, да? Отличается графон по сравнению с тем, который был, когда я только установил игруху с этим эмулятором, который там встроен был. Ну, патрошки. Патрон ты. Опаньки. Опа. Вот и мы сюда можем попасть. О, еще один Иннокентий. Иннокентий. Ты что мне, Кеша, хорошее скажешь? С Новым годом? Жарко? Рождество. Вот, спасибо. Вот это плохой точно попугай. Вау. Я забыл, как вы действуете. Я же все позабывал, как они тут действовать умеют. Все, ну вообще ничего здесь больше ничего взять. Не можем. Блин, обломно. Конечно, опять Махач. Махач. Машка. Это там мышки, сука. Ой, я еще успел отбежать. Нади поджопников. Е-е-е. Yeah.
Алюляшили мы опять мышек. Мы что, по-моему, прокачаемся, блин. А что, на нолик раньше надо было бегать-то? На соньке. Или на квадратик. Как ты привык, все на квадратик? Мой бег был. Ну ладно, значит на нолик. Крестик, нолик, квадратик, треугольник. Это какой-то пароль, походу. Я вот еще от Twisted Metal пароли помню. От второго. Да, и от третьего. На миньона даже помню. L1 вверх, вниз, влево. На сластену. Вверх треугольник. Нет, вверх L1 треугольник вправо. Тут никаких нычек нету. Что такая большая дверь-то? Откройся дверь. Ничего нету, походу, дела. Здесь. Ну, конечно, как без маха чат. Опаньки. Вот это засада. Охо. Так, эта крыса должна выстрелить. Промазали мы. Бешеный попугай. Вначале крысу. Там птицу. Сука. Ни того не убили. А попугай как раз прилетит. Есть. Но он меня успел шандарахнуть. Так. Так, надо подхпшиться, я думаю. Не этим хпшимся. У нас есть аптехи. Аптехи? Фунфыри. О, боярата. Помогает в лечении. Блять, я только из аптечки сюда ходил. Что за нахер? Я понял, зачем другое должно быть. Не может быть тут только аптечка нахер. Где пушка какая-нибудь хорошая? Это развод нахрен. Короче, нету ни хрена. Ну и ладно. А вот здесь я помню нычку. Так, тут ничего нету такого-то. Так, сундук. О, пистолет уже крутой имею. Ну и как мне перемещать куда? Что-то ни хрена не доперло до меня. Ключ нельзя, да? Давайте аптечку переместим. О, атаку подняли. Это хорошая штука. Так, что-то я, значит, полон аптечками. Ништяк, ребят, затарен уже. Хорошо, значит, я играю. Так, давайте атаку эту сделаем. Атаку. Ну что больше-то? Конечно, это. Что у нас? Бля. Крыса мутировала. Так, нахер. Вот в таком закрытом пространстве с ним биться. Плохо. Пусто, что ли, вообще все?
А вот и тут, помню, тут надо проломить. Опа-на. Поползли, поползли. Там что-то должно быть хорошее. В таких скронах-то. О, щиток хороший. Так, давайте-ка оденем щит. Так, вот у нас N-жилет. А это N-защита. 8, 9, 18. Ну, конечно, лучше. Да-да-да, понятно, значит. Ладно, мы будем знать, что там аптека лежит. Если что, у нас есть нычка. Да, чую, паразитку я буду долго проходить. Опять махач? Ну, нет махача. По сравнению-то с другими играми, паразитка очень длинная игра. Если она, тем более, создателей Final Fantasy, вот Final Fantasy, сами знаете, какие длинные игры. Так что на канале вы меня будете много видеть. С этой игрой. Мелисса? Я Мелисса. Я нет. Я. О, пошла порнуха. Мелисса, я Ева. А, мне жарко. Наконец-то мои клетки доминируют. Теперь уже навсегда. Что? Так, я засейвлюсь. Остановим, когда митохондрии освободятся. Ну вот уж хрен тебе. Ого! Да блин. Она сжимает, это я не люблю, когда вот он так делает. Опа, есть. Опа, 4 гардероба. Главное двигаться тихонько. Есть. Чё? Вот так вот, девочка, Евочка. Похоже, тебе все еще нужно немного времени. Чтобы твоя митохондрия освободилась. Митохондрия? О чем ты толкуешь? Я не понимаю тебя. Опять воспоминания какой-то больницы. Что? Где это? То, что видела девочка, нет. Кауфман. Я везде доктора сейчас Кауфмана. Доктор, подождите. Митохондрия освободится? Что за бред? Так, мы даже птичку не приняли, да? Он еще нормально хп. Куда?
куда она пошла? Прыгать. Прыгаем. Начинает Silent Hill. Heaven. Я не успел прочитать. Не люблю такие вот коридоры. О, да. Охрен. Беги, Ая, беги. А я хочу попробовать ее стукнуть палкой. А, нельзя в палку. Ну да ладно. Палками просто можно вышибить еще бонусы. Что-нибудь с монстриков. Появилась магия сканера. Анализ вражеских ЛС и слабостей. Майя, что, левелапнулся? Когда я левелап? Уровень 4 у меня уже. О. Ага, хрен я сделаю. А как я могу управлять своими навыками? Где кнопка Select, интересно? Та-дам, та-дам. Бадам, бадам. Ибо я не помню, где что увеличивать. Так, ладно, ребят, продолжаем. Почему-то ни хрена ничего не показалось мне. Что тут должно быть это все? Это может быть потом будет обучение какое-то, после обучения, то, что надо будет нажимать. А так мне пока ничего не дает открыть. О, лягуха, боевуха. Получай как буха. Что-то живое осталось. Лягуху и вот эту. Сука, обе выжили. Ах вы ж паразиты. Сука. Если, Андрей, помнишь, как управлять этой магией, как вот эти очки тратить, напиши, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень признателен. Ибо я не помню реально. На, очки добавишь, кстати. А, это, видать, этот. До следующего уровня. А, уровень 5 у меня. Следующий уровень 9. Че? Нихера ничего не понимаю. О, пушку дали другую. Пушка другая. Ну да. А, поинтереснее будет. Так, спустимся наверх, сползаем. Потому что нам, по идее, прямо... О, тут пацифика, пацифика. Пацифисты тут есть, но почему-то... Блин, меня все хотят пацифизничать. Опять крысы. Вот, я думал, убью с одного выстрела я. Ого. Она кончится сейчас.
А тебя мы добьем. Добив езда. Оживление — это хорошо. Это то бишь тот же самый воскрешение. Эй, чё я не могу? Я не могу взять ничего, да? Чё за бред нахрен? Вопрос, нахрена я сюда пёрся? Ни хрена я ничего не помню. Забавно, здесь вода движется. В оригинальной паразитке она не двигалась. Отсюда я типа увидел, что внизу есть ящики. Так их внизу не увижу. Супер. Только из-за ящиков. Ползти. Да. Ты, та девочка, которую я видел в театре, ты потерялась? Подожди, девочка, не убегай. Так, все, там вот ящик, получается, с ныком. Плюс один. Это good. Забирай заново девочку. Там еще, по-моему, вещи, да. Обменялись аптечками. Сука. А где у меня рюкзак, интересно? Ништяк. Махать сейчас опять какая-нибудь жаба. Две жабы. Валим первую. Чем она, сука, выжила еще? Это мне лизнуть пыталась. Кстати, причем лизнула. Сука, она залижет меня до смерти. Уровень опять дали. Ну что-то же можно эти очки тратить. Где-то же они должны тратиться. Мы сожжем аптечку одну. И заберем старую. Надеюсь, здесь новая жаба не появится. То так и будем ходить. Жаб собирать. Сейвимся. Жаб не появилась.
Здесь выключатель, телефон. Возможно, сначала телефон. Давайте сохранимся. Оригинально сохранимся. Вот кто-то мне опять звонит не вовремя так. Так. Ева. Стоять на месте. Мое тело. Мне становится горячо опять. Ха-ха-ха-ха, Айя, ты решила взять меня в одиночку. Правильно, если мы с тобой были другие, они бы сгорели, правда. Все кроме тебя, ты. Скажи мне, Ева, почему? Почему я? Почему только я? Ты узнаешь скоро. Даже если и не поймешь, не волнуйся, твои митохондрии, они всегда знали. А я дам тебе немного времени, времени подумать, времени развиться. И придет день, когда ты проснешься. На крокодильчика оживила мне мутанта. Есть две цели типа. Надо ему помню вначале хвост отстрелить, чтоб он не шмалял из него, а то он вообще не доставит удовольствия. Ну это вы поймете. Вот так вот, чтоб он не делал. Сука, попал ведь. Моя внимашка идет. Че? Все, хвост отвалился. Да, хвост отвалился у него. Теперь он только ближний бой. Ох, а вот это плохо. Это не есть гуд. Надо хпшнуться. Жалко то, что ты, когда используешь какую-нибудь магию и хпшишься, то у тебя время на это тратится так же, как и на выстрелы. На тебе, мразота. Уделали. Появилась магия медленно. Замедляю перезарядку вражеских хт. О, жилет дали еще один. Когда я проснусь, скажи, что ты хочешь, Ева. Мы находимся перед
Кэрнге Хиллом, который и стал вредной ужасных событий. Ареной ужасных событий. Мисс, вы единственная уцелевшая в этом инциденте. Точно? Я? Теория о возгорании пока признается только оккультистами и мистиками. Прошу вас, оставьте меня в покое. Случилось так, что это все произошло в канун Рождества. Я хотел бы рассказать обо всем жителям города и взять у вас эксклюзивное интервью. Да нахер. Нехер. На нас накапываться. Вы что, с ума сошли, Джим? Ты это записал? Стой! Дэниел! Извини, я опоздал, Ая. Ая, ты как? Это было что-то стоящее. Да, ох, но мое свидание. Слышал от полицейского, что твой парень выбежал оттуда как заяц. Ну, извини, свидание у тебя не получилось. Все не так. Он сопровождал меня, потому что хотел встретиться со мной. Да, но опера. Вот в чем дело. Так почему в оперу? Это что, сейчас модно? Я увидела что-то в бумагах, я не заметила. Ты что, этим занимаешься? Ха, у тебя наконец-то появилась полицейская чуть. Ё, наверное. Чутьё? А, тебе не надо быть с сыном. Канун Рождества. Он знает, что папа полицейский, пацан понимает. Все равно сменим тему, я слышал, что говорили люди оттуда, но это был настоящий ад. Митохондрия? Митохондрия. Симбиоз? Когда я была в больнице? Ау, Ая, ты заснула? Ничего? После того, что ты пережила той ночью. Все началось с этого происшествия. 6 дней, которые стали кошмаром для всех. 6 дней, наверное. Люди потом забудут это и будут жить. Но я никогда не забуду. Это был террор, но... Это было также 6 дней, наполненные воспоминаниями. День второй. Фьюжн. Ну и все, ребят, спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрай 1987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставлять ваши комментарии по данному видео. И всем пока-пока.